بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله дорогие братья и сестры продолжаем книгу نحو الواضح и мы остановились на теме получается у нас тема مواضع فتح حمزة أن это получается места где бывает фатха у частицы анна. Где, ну тут, если более правильно сказать, более легким, то есть две частицы. Есть частица анна, есть частица инна. Как, и автор сейчас нам этой теме будет говорить, в каких местах мы используем анна. Почему, и почему его используем. В этом уроке будет объясняться этот момент. То есть, когда мы используем анна и почему мы его используем. Так, где у нас бахс? Вот сразу переходим к бахсу. Так, начинаем. Юджмалю бина, кабля ан нахуд, следует говорить нам, до того, как мы возьмемся, да, за фи дирасати хазихи ламсиля, пока мы начнем изучать вот эти примеры, вышеупомянутые, нам следует говорить ан нашраха, чтобы мы, говорит, ан нашрах, чтобы мы пояснили, изучили маана калиматин вахидатин, смысл одного слова. Пояснили подробно смысл одного слова, говорит. Ля буталяка, необходимо, говорит, тебе мин фахми, чтобы ты понял это слово, ауалян, для начала, литудрика хазат дарса и дракан тамман, чтобы ты понял этот урок полноценным пониманием. Сабака ляка, предшествовало тебе анналь фиаля, что глагол говорит, ядуллю указывает аля шай айни, на две вещи. Да, мы до этого мы знали, что глагол указывает на две вещи. Что это? Первое это у нас идет фахуа юфиду хусулю амалин миналь амали. Что глагол говорит, он дает тебе пользу, он дает тебе понимание о происхождении действий, из множества действий. То есть какое-то, что одно какое-то действие произошло. وَأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ и это действие يَحْسُلُ فِي زَمَانٍ خَاصٍ это действие, оно происходит в определенное время. Далее говорит автор فَالْفِعْلُ и глагол говорит شَارِبَ да, глагол شَارِبَ это он выпил يَدُلُّ указывает عَلَى حُسُولِ عَمَلٍ указывает на происхождение действия هُوَ الشُّرْبُ и это питье. Это у нас питье физаманиль малды, которое произошло в прошедшем времени. То есть он выпил уже в прошедшее время, говорит, указывает данный глагол. Ваянаму, слово он спит или же он будет спать, ядулю указывает аля науми на сон, фильхали в настоящем времени, а в истихбали или же в будущем времени. Вакиф, стой, да, остановись. Ядуллю указывает аля талаби лукуфи о требовании остановиться, да, об остановке. Фил истихбали в будущем времени. То есть мы знаем, да, до этого мы в предыдущих уроках проходили уже, что амру, да, повелительная форма глагола, повеление, оно указывает на будущее время. Далее говорит автор. Так, главное, чтобы у вас на экране. Я сам через книгу читаю, поэтому главное на экране, чтобы у вас было. Так. Далее идет. Хазаля амалю, это действие, аллади ядуллю алейхи куллю фиалин, которое указывает в каждом из этих глаголов, говорит, юсама мастаран называет мастаром. То есть, мастар, это, простыми словами говоря, это название действия. Например, если мы говорим, он бегал, как называется это действие? Это действие называется бег. То же самое здесь. Он выпил, а что за действие? Питье, то есть он пьет. Вот это называется. И также, например, вот наш, как Янаму, он спит или же будет спать. Что это действие? Сон. Аннауму. Вот это название действия. Фамастару говорит, ля'иба, для глагола он играл. Мастаром является ля'ибу, игра. Вамастару истахфара, он просил прощения, является истигфару, само прощение. Да, вот. Это его мастар, название действия. Вальмастару ичтамаа, да, собираться, объединяться, это аль-ичтимау, собирание, объединение. Вот, это мастар. Для начала вот нам хочет автор пояснить.
وهكذا и подобно этому يمكنك есть, есть возможность أن تأتي بمصدر чтобы ты привел говорит مصدر لكثير من الأفعال التي تعرفها чтобы ты привел مصدры для множества глаголов которые ты знаешь которые тебе известны то есть точно так же мы можем название именно этого действия привести и это будет называться مصدром так далее إذا علمت Когда ты уже узнал, говорит, залика это, то есть, когда ты понял, что такое мастар, автор теперь хочет нам уже, когда мы поняли, что означает мастар, что он из себя представляет. Так. Когда ты понял, что такое мастар, фарджир, ты вернись, говорит, или амсиля ти сабиха, к вышеупомянутым нашим примерам, говорит, вернись. Вакабиль, и сравни, говорит, байна кулли мисалин валь джумлятин. Между каждым из этих примеров и предложений говорит «Аллати амамаху мин хайсу лафзу валь маана». Ты, говорит, сравни. В наших примерах, давайте вернемся к нашим примерам. Вот здесь мы видим, что сначала идет предложение, потом идет еще одно в скобках. Вот сравни, говорит, между ними. Слова сравни, какие здесь, видите, слова какие идут. И смысл тоже, перевод тоже, говорит, сравни. Здесь идет, получается, меня радует, вот, да, ясуруни, Аннака мутион. Меня радует то, что ты являешься покорным. А здесь идет меня радует твоя покорность. Вот мы видим, да, смысл одинаковый, но здесь это передали через Анна, его исму и хабар, а здесь передали это через, получается, итаатука, это у нас фаиль, и здесь вот исму сохранилось, но вместо хабара здесь взяли уже мастар, итаатун. Это получается, итаатун – это само вот подчинение, покорность. Здесь поставили вместо них мастар. Но сейчас далее автор это уже пояснит. Давайте продолжаем. Таджид ауалян. Во-первых, говорит, ты найдешь «Аннаху улдиа фи кулли джумлятин мастарун». Фи макани анна ва исмиха ва хабариха. Ты найдешь, говорит, что поставили в каждом из этих предложений мастар поставили на место чего? На место, как я уже сказал, на место частицы анна, его исму и хабара. Вместо них троих поставили мастар на их место. Также говорит, ва анна хазаль мастара фи кулли джумлятин и этот мастар в каждом из этих предложений мафхумун мин хабарин анна он понимается из хабара анна то есть хабар анна взяли его вместо него поставили мастар сделали мастар да аллати фи мисали мукабили ляха из тех примеров которые были до них например итаатун кафратун тулюун тахаррукун мафхуматун понимаю вот эти слова которые сейчас я перечислил, они понимаются, говорит, из слова мутирун, кафирун, талирун, мутахаррикун, вахаллума джаррун и так далее. Ватадиду саньян, и во-вторых, говорит, ты найдешь анна валу аль масдари, что поистине, говорит, место мастара фи кулли джумлятин в каждом из этих предложений макана анна ва исмиха ва хабариха. Это место, говорит, место этого мастара, это место частицы анна, его исму и хабара. Лям юхдис тагиран фильмана. И ты, говорит, не увидишь, не найдешь изменения в смысле этого предложения. То есть смысл не поменялся, а то, что мы взяли вместо Анна, Исму и Хабара этого Анна, вместо них поставили мастар, оно смысл, говорит, предложения не поменяло. Этот момент тоже очень важен. Далее, говорит, факуллю мисалин. И каждый пример Миналь амсилати сабигати из выше, да, из предыдущих вышеупомянутых примеров, ятадамману идан мастаран мафхуман мин хабари анна. Оно, говорит, связано, да, содержит в себе, каждый из них связан, содержит в себе мастар, который понимается из хабара анна. То есть какой мастар там надо поставить, мы понимаем, смотря на хабар. Мы видели мутирун, вот это значение мутирун, да, подчинение. Мы берем и ставим мастар, название действия. И валямма кана хазаль мастару, и так как этот мастар говорит, лям юзкар сарихан, он явно не упоминается, суммия его называют мастаран
муауалан. Масдаран муауалан. Его так называют. Масдар муауаль. Так. Немножко увеличим текст. Далее. وإذا تأملت говорит Хамзата, если ты будешь, когда ты поразмышляешь над Хамзой Анна في هذه الأمثلة وأشباهها над этими примерами и похожими на них, التي يمكن, которые говорит, у тебя есть возможность أن يوضع المصدر فيها موضع Анна واسمها وخبرها, в которых у тебя есть возможность, если ты посмотришь, говорит, на примеры, в которых у тебя есть возможность поставить за место Анна и его исму и хабара поставить мастар, ваджадтаха, ты найдешь мафтухатан даиман хамзу Анна с фатхой. То есть получается в тех предложениях, где мы можем поставить вместо Анна его исму и хабара поставить можем мастар, то в этих предложениях используется именно Анна. Просто автор это поясняет через хамзу, да, фатху на хамзе, потому что мы, как бы автор опирается на то, что обычно книги идут без огласовок. Как вот здесь, например, видим, да, вот здесь у нас без огласовок же идет. И вот когда написано без огласовок, или, например, вот здесь, видите, да, вот здесь, если хамзы не будет, в самой частице Анна, этой хамзы нету. Здесь это понятно, здесь сверху поставили, нам облегчили. А вот в тексте, в котором нету, как понять, надо ли говорить Анна, или же надо сказать Инна? Вот как это отличить? Вот это и поясняет автор. Если мы за место Анна, его исму и хабара можем поставить мастар, то в этом случае, значит, мы используем именно частицу Анна. Вот это поясняет. Далее. Ваюсхалю, так, вот здесь. Ваюсхалю алейка, и становится легким для тебя антарифа, чтобы ты понял, и араба кулли масларин муаввалин. Окончание, говорит, каждого мастара, муавваль мастара, который мы заменили, да, которым мы заменяем Анна, его исму и хабар. Фи кулли мисалин, в каждом примере, миналь амсилати сабихати, из предшествующих примеров. Биннадри, когда ты посмотришь или аль-джумля тилляти амамаха на предыдущее предложение. Фальмастару ль-муаввалу мин анна ва исмиха ва хабариха фи мисалайни ль-аввалайни фа'илун. И мастар говорит, мастар муаввал, которым мы заменили анна, исму его и хабар, в первых двух примерах, он является фа'илем, действующим лицом. Ва хуа фи мисалайни ль-салисайни, а получается, во-вторых, двух примерах, маф'улун бихи, он является маф'ул бихи, тот, на кого падает действие уже. Ва фи мисалайни салисайни, наибуль фааль. А в третьих двух примерах он является наибуль фааль, тот, да, кем заменяют, кто заменяет фааль. Ва фи мисалайни раби'айни, и в четвертых двух примерах, да, это последний четвертых двух примерах, маджрурун бихарфи джаррин. Он является с окончанием, вот этот мастар муавваль, он является с окончанием джарру из-за частицы, которые делают окончание джарру. Давайте вернемся к нашим примерам и наглядно уже посмотрим. Вот в первом мы видим ясуруни итаатука. Это итаатун, он является, получается, смотрите, здесь ясуруни радует меня. То есть на меня падает действие. Не я радую кого-то, а меня радует. Итаатука, итаату, подчинение, покорность. Вот она радует меня. Получается, вот это действие, оно падает сюда. И это итаату, оно идет как здесь фааль. Далее здесь мы видим. Атаманна тулуа. Здесь у нас идет мафруль бихи. Получается здесь я желаю тулюа, чтобы вышло. Получается, желание падает на что? На выход, чтобы подняться, чтобы луна поднялась, чтобы она вышла. Вот на выход падает действие. И она получается мафульбихи, тот, на кого падает действие. Далее здесь идет зунна хусну натиджати. Хусну. Здесь мы видим, да, хусну это наибуль фааль. Почему? Потому что на мафуль построен глагол.
То есть я предполагаю, то есть кто-то, даже не я, а именно кто, мы не знаем кто, кто-то предположил, да, надеяться на хороший исход, на хорошее окончание или на хороший результат, так скажем. Суть, что мы здесь видим зунна, это получается наибуль хусну, он идет как наибуль фааль, заменяющий фааль. И в последнем у нас идет так, у нас идет а-атайтуху ли факрихи. Видим, да? Ли факрихи. Здесь у нас частица ли, которая является харф мин хруф ль-джарри, да? Харф мин хруф ль-джарри. Это частица, которая из частиц, которые делают окончание джарру. Поэтому ли факрихи. Оно идет как маджрур. На него делают окончание джарру, вот эта частица ли. Мы поняли, да? То есть оно с разными окончаниями тоже может идти. Так, далее у нас уже идут правила. Так вот, так помещаются все три правила. И давайте прочитаем уже все три правила. Первое правило у нас должны... Правило, как обычно, надо выучить наизусть обязательно. Первое правило. Туфтаху хамзату анна. С фатхой делается хамза анна. Когда? Иза халлат хия исмуха хия, исмуха ва хабаруха махалль масдари. Когда будет вместо нее, вместо его исма и хабара, они, да, когда они будут, вот это анна, его исму и его хабар, будут находиться на месте масдара. То есть в том месте, где можно их заменить масдаром. Если они будут находиться в таком месте, то тогда мы читаем «Анна». Здесь делаем «Фатху». Далее, второе правило. «Аль-масдару аль-мукавану мин Анна». Получается, «мастар», образованный из «Анна ва исмиха ва хабариха», из «Анна», его исму и хабара, то есть, получается, вместо них, который поставленный «мастар», Юсамма его называет биль мастариль муауали. Его называют мастар муауаль. Который за место них поставили. Вот за них, вместо этих троих, которые поставили мастар, называется мастар муауаль. И третье правило. Якунуль мастаруль муауалю фаилян. Мастар муауаль, он может быть как фаилем, действующим лицом, которого окончание рафу. Ва мафуулян бихи. Также может быть мафуль бихи, тот, на кого падает действие, с окончанием насбу, получается наибаль фаили, может быть заменяющим фаиль, тоже с окончанием рафу, ва маджруран, также он может быть с окончанием джарру, би харфи джаррин, из-за частицы, которая делает окончание джарру. Это три правила. Так, с этого урока главное мы поняли, что если вместо может Анна, его исму и хабара можно поставить мастар, а какой мастар мы узнаем из хабара Анна, из смысла слова, в котором заключено в хабаре Анна, оттуда мы узнаем, какой мастар нужно поставить. И вот если так можно сделать, то мы читаем Анна. Вот это хотел объяснить, донести до нас автор. На этом урок подходит к концу. Если какие-то вопросы остались, что-то осталось непонятным, можете в Ютубе в комментариях спрашивать. Также подписывайся на Телеграм, так как Ютуб сейчас плохо работает. Возможно, его заблокируют, или же он будет медленно работать, тормозить. Поэтому подписывайтесь на мой Телеграм. Также есть у меня и ВКонтакте. Переходите в Телеграм, ВКонтакте, чтобы везде, лучше во всех социальных сетях быть подписанным, чтобы не потерять уроки. Да и в любом случае, даже если самих уроков где-то что-то не окажется, вы всегда сможете спросить, да, задать вопрос. Иншаллах, я постараюсь помочь ответить на любые вопросы. Даже если сам не знаю, у более знающих узнаю, иншаллах, и уже вам донесу ответ, как, что должно быть. Поэтому лучше подписаться. У меня в данный момент три социальные сети, да, это получается, я в Ютубе выкладываю, в Телеграме и во ВКонтакте. Ссылки постараюсь оставить в закрепленном комментарии на Ютубе. И также сразу переходите в Телеграм тоже. Лучше там у нас есть чат, где я отвечаю на все вопросы. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.